Всем привет, меня зовут Алишер, я сегодня вам покажу, как быстро делать себе мужской макияж. Я беру мицеллярную воду от Dior, чтобы очищать сначала кожу, а потом уже приступать к макияжу. Далее у нас база под макияж, я использую базу Makeup Forever Stick One. Далее я наношу тональную основу от Chanel. Это двоечка у меня, потому что единичка для моего модели очень светлая. Далее я использую консилер Dior Fix It. И последний штрих, я использую рассыпчатую пудру для того, чтобы фиксировать макияж и чтобы макияж держался долго. И завершаем наш макияж увлажняющий бальзам от Givenchy. И вот наш макияж подошел к концу. Если вам понравился наш сегодняшний урок, ставьте пальчики вверх, будем только рад. Если вы с чем-то согласны или не согласны, обязательно пишите в комментарии, будем только рады. И наш следующий урок будет скульптурирование лица. Смотрите обязательно. Дальше будет только интересно.